Кайвалла наракаяте тидаса пура акаса пуспаяте дуддантендрия кало сарпа патали пратхат дангстраяте бидхи махендаддишча китаяте вишвам пурна сукхаяте ят корона катакша вайбаватам там гаурам стумахам. Кайвалла наракаяте тидаса пура акаса пуспаяте дуддантендрия кало сарпа патали пратхат дангстраяте бидхи махендаддишча китаяте вишвам пурна сукхаяте ят корона катакша вайбаватам там гаурамива стумахам. Гаурия гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told that this material world is a place where painful testing can be done. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что этот материальный мир — это место, то место, где различные болезненные проверки проходят, различные дживы. Если мы сможем выжить после этого теста, этой проверки, то тогда мы можем подумать о том, можем ли мы совершать баджан или нет. Но вначале всего проводятся различные такие испытания нас. И в этом материальном мире мы не можем ожидать никакого настоящего мира, настоящего блаженства, это невозможно. Но все же обусловленные души всегда ищут здесь, в этом материальном мире, они как слепцы ищут какого-то материального счастья, но в итоге они не могут найти ничего, поскольку они не могут следовать чистым Гуру и Вашнавам достойным образом. И также это вопрос любви. Почему? Это очень редкое. И если мы думаем, что мы пытаемся избавиться от майи и в какой-то день достигнем успеха, но будьте уверены, что если вы не станете успешными в этой жизни, не сможете преодолеть майю, то тогда вам придется рождаться снова и снова. Вы должны избавиться от влияния майи по милости Гуру и Вайшнавов в этой жизни сейчас. Вам не нужно ждать, когда вам наступит 80 лет, когда вы сможете начать баджан. Если вы будете пытаться как-то отложить это на потом, то когда вы начнете настоящий баджан, в этом главная проблема. И вот Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, поэтому в Шикшаштаке, в первой шлоке, сказал, что все дживы, они чувствуют какую-то боль, какие-то ментальные, умственные страдания, поскольку они спорят с другом, и нету никакого удовлетворение в их сердцах, и как достичь Верховного Господа, это невозможно. И поэтому в первой шлоке Шикшаштаке Шри Чайтанья Махапрабху говорит, везде этот огонь страданий лесной, он, который сравнивается с лесным пожаром. Хотя внешне можно посмотреть материальный мир, он как бы на лес не похож, но на самом деле он хуже, больше, чем лес. Мы, конечно, внешне выглядит, что этот материальный мир на лес не похож, никаких тигров и прочих опасных животных не водится. Но в этом обществе есть более опасные
существа, двухногие, которые более опасны, чем, гораздо более опасны, чем животные, живущие в лесу. И поэтому кто-то советует, что вы, саду, вы должны отправиться в лес, чтобы медитировать. Да, я собрался уйти в лес, но наша гуру говорит, что для доктора, если есть прекрасный доктор, то что толку этого доктора отправлять в лес? Доктор, он должен находиться перед этими пациентами, что если какие-то проблемы, какие-то болезни, чтобы этот доктор мог исцелить их. И вот поэтому много раз я говорил, что Прохлад Махарадж также говорил об этом. То, что обычно видимо, что саду, они уходят в какие-то уединенные места, в леса и прочие пещеры. И, но Прохлад Махарадж говорит, о, Нарисимхадев, я не настолько эгоистичен. Я здесь для того, чтобы помочь обрести твою милость всем. И это обязанность гуру и вайшнав. Обязанность гуру вайшнав организовать милость для других. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад много раз говорил, что организовать благо для всего мира, принести благо всему миру. Мы, участники Гауди Матха, мы должны быть готовы потратить литры и литры крови для освобождения тех обусловленных душ, которые находятся в этом океане страдания. И мы, подобно пожарникам, должны спасти их из этого пылающего огня материального существования. И вот Шрила Прабхупад говорит, что каждый участник Гауди Матха, он должен быть готов потратить литры и литры крови для освобождения обычных, обусловленных людей этого мира. Настолько милостивы они. Однажды один преданный Гауди Матха, они настолько милостивы, что я не могу объяснить это, никакая философия ее недостаточно, чтобы объяснить это, этот факт перед вами. И вот Прохлад Махарадж говорит, и вот много раз я говорил об этой шлоке, и вот в ней говорится, о Господь, мы не можем найти никакого решения для этих обусловленных душ, о Господь, ты должен дать какое-то благо им. И поэтому Прохлад Махарадж, он молится Нарисимхадеве, и поэтому Нарисимхадев, он смотрит на этот случай, как вот в этом киртане говорится то, что если вайшнав, он недоволен мной и не будет молиться Верховному Господу о моем вечном благе, и тогда нет никакой возможности. И в киртане Шрила Бхактивинода Тхакур пишет так много киртанов. И если мы думаем о себе как о великом саду, то кто тогда другие? И, но Бхактивинода Тхакур пишет, с каким смирением мы должны, какое смирение мы должны иметь. Ами то вайшнав э будди хойле амани намавам. Шрила Прабхупад говорит, что если я думаю, что я вайшнав, то тогда я никогда не смогу стать смиренным, более смиренным, чем травинка. И в этом случае вопрос баджана, он очень далеко, мы не можем ожидать.
что мы можем начать баджан в какое-то время. И вот можно... И вот Махарадж из Бхагавадгиты такой стих приводил, что в этой конкретной, в этой жизни мы не должны откладывать на потом и надеяться, что мы будем жить еще долгое время, никто не знает. И поэтому сейчас мы должны думать о наших ошибках, о наших этих, о наших недостатках, чтобы исправить их, и мы смочь обрести милость Гуру Вайшнавов. И вот вопрос в том, что я говорил, что мы получили, наслаждаемся независимостью. Каждый думает, что я независимый, кто вы, чтобы мне что-то говорить. Да, вы наслаждаетесь независимостью, но эта независимость, она очень опасна. Почему? Поскольку эта независимость, она, если думаете, если глубоко подумать, то мы обнаружим, что эта независимость — это причина нашей обусловленности, нашего рабства. И вот в Шримад Бхагаватам говорится, самая сильная обусловленность в нашей жизни, что это, что порабощает нас больше всего. И вот Вишвана Чакраватипад в Бхагавадгите говорит в этом стихе, что такое обусловленность мы не можем ожидать. Как и что это, если мы получаем Йошит-санга. Это самая главная причина нашей обусловленности. Мы не можем ожидать, что, может, какой-то ложный голос есть, если мы очень прекрасны или еще что-то, или происходим из какой-то знаменитой, известной семьи, или слишком образованы, гордимся своей образованностью, или богаты, гордимся своим богатством, соответственно, это все причины обусловленности. Вот Махарадж объяснял эту шлоку в прошлые разы. Если мы гордимся хотя бы одним из всего этого вышеперечисленного, то это может стать причиной нашего падения, как Налакувер, например. Он гордился своей молодостью, он также был богат, он был сыном Куверы. И они из-за этого не выразили должного почтения какому-то риши и самому Нараде, точнее, они не выразили должного почтения Нараде, и это стало причиной их падения. В следующие дни я объясню об учении Шрилы Прабхупады и об учении Махапрабху. Если вы хотите получить то учение, если вы хотите узнать то учение, которое принес Шриман Махапрабху, то вы должны следовать Шриле Бхактивинода Тхакура и Шриле Прабхупаде. Нет никаких других вариантов. Это единственный путь. Вы должны следовать Шриле Прабхупаде. Бхакти Сиддханте Сарасвати. И вот Шрила Прабхупад, он Шрила Прабхупад никогда не относился к своим ученикам как к своим ученикам. От моего Гурудева я никогда за всю жизнь не слышал, чтобы он
называл своих последователей своими учениками, он с смирением говорил: «О, Баба, я не ваш гуру». Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, я предлагаю всех вас как Пушпанджали его лотосным стопам. Он всех своих учеников подносил Шриле Прабхупаде и говорил, что вот он ваш гуру, а не я. Много раз я слышал это, и моя обязанность — это поднести прекрасные цветы его лотосным стопам, собрать эти цветы и поднести его стопам. И это я делаю. Вы все пришли ко мне, чтобы совершать харибаджан, и эти души дживатмы, они подобны цветам, и вот я подношу вас лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и он возьмет ответственность за вас. И вот таким так Шрила Гурудев говорил так, около плача, что я не гуру. Вот Шрила Прабхупад, он наш гуру. И так и Шрила Прабхупад, он тоже вел себя так же перед учениками. Он говорил, что вы все мои шикша-гуру. Вы помогаете мне различными способами, так или иначе. Вы все помогаете мне в моей гуру-севе. Вы все мои гуру, шикша-гуру. Иногда он говорил: You are all my bipod udharan bandhu. I am in danger in Maya. So you are all watching. Вот он говорил, что я нахожусь в опасности в Майе, и вы смотрите на меня и помогаете мне не пасть. И вот это есть даршан чистого Парамахамса Гурудева. Парамахамса Гурудев никогда не выражает никакого ложного эго, это невозможно для него. И вот это вайшнава дхарма. На каждом шагу, каждую секунду мы должны сожалеть о нашей неспособности, что мы не можем что-то делать лучше. И вот как говорится в этом киртане, что ваша беспричина, о Господь, ваша беспричинная милость — это единственное, во что я могу поверить, поскольку у меня нет никаких достоинств для обретения этой милости, только благодаря тому, что ваша милость беспричинна, и это есть великая надежда для меня. И вот Шрила Прабхупад говорил так, что вы все помогаете мне, чтобы я утвердился на пути моего баджана. Вы смотрите на меня, и если я совершу какую-то малейшую ошибку, и какой же главный признак садгуру? Глупые люди не могут понять этого. И также я не хочу никого критиковать, нет такого желания. Но что делать? Я должен представить этот даршан таким образом, чтобы, по крайней мере, вы что-то поняли, если у вас есть какая-то милость, поскольку без крипы, без милости ваш ум не примет это. Я извиняюсь, что вынужден говорить так. Вы должны видеть то, что все... И как понять, кто есть садгуру? Если какой-то гуру делает ошибки в Сиддханте, смотрите, это очень и очень важно. Мы сражаемся с Майей, и мы должны сражаться достойным образом, не как хулиганы какие-то, со смирением, но с упорством и с такой непоколебимостью. Я скажу то, что говорил Шрила Прабхупад, смотрите, что Джигета Вичара Кичунахипай, если мы найдем
как, что какой-то гуру, кто-то говорит про этого гуру, что он джагат-гуру. Но кто будет возмущаться? Все независимые, каждый в своей степени. Если возмущаться этим, то они будут бороться с нами. Но, некоторые под своей независимостью подразумевают то, что они могут запретить другим говорить об абсолютной истине. И вот Махарадж слово «демократия» что-то похожее ни в каких шастрах не встречал, поскольку демократия — это явление, оно… ведет к автократии. И вот если спросить у каких-то политиков, что такое демократия, они скажут, что мы сам, каждый сам себе царь. И Рабиндранат Тагор, он написал прекрасным образом. Определение демократии, что мы все цари, каждый в своем царстве, кто ж, кем будет повелевать. И это суть демократии, кратко. The percent of illiterate is very high. No question. Но проблема еще демократии, что в какой-то стране, где очень большой процент необразованных и невежественных людей, то такая демократия ни к чему хорошему не приведет. Вот эту демократию также можно сравнить с идеальным газом. Что он как бы есть, но он где-то неизвестно где, в теории только, а на практике его не существует. Просто его используют для сравнения с чем-то, он просто является каким-то теоретическим идеалом, но практически невозможно привести никакой пример идеального газа. Только в теории он может быть. И также Махарадж вынужден сказать, что демократия, она тоже теоретически прекрасна, но на практике невозможно. Нельзя доказать, что эта демократия, она успешна. И вот несколько дней назад я говорил, можете вспомнить. Нашанти, нашанти, анаяка, нашанти, бхунаяка, нашанти, кунаяка. Вот эту шлоку. Нашанти, кунаяка. When Бенраджа was a king there, then all problems take place. Oh my God. Eh? All energy, everywhere, all problems. Then what to do? Then Rishi Munis, they like to give some idea to him. He became very popular. Oh, you are torturing me. I'm king. Where is God? Foolish you are. You are worshipping God. Who is God? King is God. Then Rishi Muni thinking he is so too much papta. What to do? What is the solution? Is not at all going to obey. Then they burn him up. И вот Махарадж все рассказывает историю про эту историю Вена Махараджа вроде, который слишком возомнил много о себе, и Риши Муни вынуждены были его убить, испепелить. И это тоже проблема была. Что плохой правитель плохой, вообще никакого правителя тоже плохо. И много, если правителей, даже несколько, это тоже плохо. И это ситуация сейчас с этой демократией, что каждый сам себе царь. Ну, то есть многие под демократией понимают возможность мешать другим делать что-то хорошее. И вот каково же решение, если так или иначе мы сможем найти какого-то такого набожного, достойного царя, если мы достаточно удачливы, что можем обрести такого царя, как
Прахлад Махарадж, Джанак Махарадж, Притху Махарадж и Амбариш Махарадж и таких подобных ему, это будет очень благодатно для нас. Как Рамачандра, он ко всем своим подданным относился как к своим детям. Он не думал ни о каких личных выгодах. Единственное, что он думал, это о благе своих подданных. Что те, кто живут в его царстве, они довольны или нет? И что же сделать, чтобы они были довольны? И это обязанность царя. И сейчас также каких-то арабских этих, странах иногда бывает, что какая-то щадящая система налогообложения. И вот ситуация нашей преданности, она сейчас очень опасна. И что же говорить об этом? Сейчас я вернусь к Санатана Дхарме. И вот однажды Дроначал Парват спросил Ханумана. О, Хануман, он Гьянинам Баришта, он самый ученый из всех. Но он очень смиренно говорит о себе, что я животное, ничего не знаю. Но он лучше из Гьяни. И этот Хануман однажды, когда Дроначал Парва, это гора Дроначал дала ему какое-то служение, они спросили у Хануман: «О, Хануман, у нас есть вопрос к тебе. Мы хотим получить точное объяснение Санатана Дхармы. Почему я много говорю этого предисловия?» Да, я говорю это для того, чтобы вы поняли Сиддханту. И вот эта гора Дроначал спросила, что, и вот точнее, у Ханумана определение Санатана Дхармы. И вот он ответил: «Вы сделали что-то для меня, я очень благодарен вам». И эта благодарность – это основа Санатана Дхармы. Хануман Махарадж сказал: если кто-то делает что-то хорошее для нас, мы должны быть благодарны. И вот несколько дней назад я говорил, что когда вы рождаетесь в этом материальном мире, то три вида долгов у вас возникает. Долг перед Риши, перед родителями, перед полубогами, перед другими живыми существами. И как же отплатить? Все эти долги вы должны отплатить, иначе нет ни другого путей никаких, избежать этих долгов нет. Но если вы посвятите свою жизнь Гуру Вайшнавам и Бхагавану, то тогда никто не будет пытаться взыскать эти долги. И то, что происходит в этом материальном мире, оно будет дальше происходить и вас не касаться, если вы служите Верховному Господу. И много раз я говорил, что
Ачюта, Верховный Господь и Его спутники, и все, что другое связано с Ним, если вы, допустим, оскорбите какого-то преданного, который связан с Верховным Господом, то это будет подобно самоубийству. Конечно, все независимые могут оскорбить кого угодно, но это оскорбление, оно станет причиной вашей погибели. И вот Хануман говорит, что мы должны помнить эту сиддханту, которую дана Шри Чайтанья Махапрабху. И также мы должны своим родителям, своим наставникам, от кого мы получили какое-либо знание. И так или иначе, в какой-то день кто-то помогал нам. И за всю нашу жизнь мы должны быть благодарны всем тем людям и всем остальным, кто помогал нам. И благодарность — это главное в Кришна-бхаджане. Смирение, благодарность — это главное качество на пути нашего Харибаджана. И мы не должны забывать об этом. Если мы забудем, то это очень опасно. И вот я вернулся к тому, что если вы увидите, что кто-то очень популярен, но говорит какую-то апасиданту и прочие вещи, которые не соответствуют сиданте, и те, кто facility out of his reputation, mind you. We are so big businessmen, we like to use our Guru Vaishnava. Еще так бывает, что какие-то люди пытаются прикрываться и пользоваться славой Гуру Вайшнава и пытаются показать другим, что они близки и дороги какому-то великому Вайшнаву и требует почета от других. И Шрила Прабхупад говорит, что перед Гуру Кишорадас Бабаджи Махараджем какие-то бесполезные люди всегда жили вокруг. Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж, он их не выгонял с одной стороны. И вот он совершал свои собственные баджаны, их как бы не трогал. И Шрила Прабхупад говорит, что глупые люди могут думать, что те посторонние люди, которые живут рядом с Бабаджи Махараджем, что они близкие, дорогие ему. Конечно, думать они могут, что они служат этому Парамхамса Ачарье, и наша обязанность служить им. Но если более глубоко посмотреть, что можно увидеть, что люди занимаются всякой ерундой, хотя живут рядом с Бабаджи Махараджем. И вот глупые люди могут принять глупое решение согласно ихним гуру. И кто же их гуру? Их материальный ум — это их гуру. So it is our natural, you know, Brahma, Pramad, Vipralipsha, Karna, Pratap, those are the four different kind of effects. И вот эти обусловления душ есть эти ошибки от Брама, Випралипса и вот все остальные. То есть склонность к заблуждению, к обману себя и других и прочее. И у людей, у всех людей есть эти недостатки. Если вы найдете кого-то, кто свободен от этих недостатков, то будьте уверены, что это необычный человек. И вот можно найти, что какие-то великие ачарьи, которые очень знамениты на весь мир, говорят какую-то ересь полностью противоположную сиддханте, но отругать мы его прямо не можем. Он
как бы знаменит и известен, но если научно представить все это, и вот если мы обнаружим, что какие-то знаменитые люди совершают ошибки здесь и там относительно Сиддханты, то будьте уверены, что они не Сидда Махатма. Может, они баджан совершают какие-то недостойные замечания могут делать они. И так или иначе, это наша проблема, как определить, кто есть кто. И вот в Шри Чайтанья Чайтамрите я сказал вам, что мы находим такие слова. Каймонавакья кара удвиг на тебе. То есть мы не должны причинять беспокойство телом, речью и умом. Это не ваша обязанность, но это наставление в Шри Чайтанья Чайтамрите, мы знаем об этом, но большинство людей, они прикрываются этой шлокой. И вот они прикрываются этой шлокой, чтобы не делать ничего полезного. Как, но не все знают, что если прийти к доктору, например, если нужно сделать вам операцию для какой-то цели, то нужно терпеть какую-то боль в процессе, которая возникает. Можно, этот больной будет орать, возмущаться, что ему ничего не надо. Но обязанность доктора помочь этому человеку. Раньше анестезии не было, так, вот таких обезболивающих, и вот, в общем, было так, что несколько человек держали больного, а доктор оперировал его. И вот и также такая же обязанность Гуру Вайшнавов, и поэтому Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж говорит, что чистые Гуру Вайшнавы, у них нет никаких личных корыстных интересов, они хотят принести благо другим своей речью, абсолютной речью Харикатхой. Но к ним неудачи, но, к сожалению, некоторые думают о гуру и вайшнавах как о своих врагах. Это очень такая плачевная ситуация этого мира, что многие думают, что гуру и вайшнавы — это их враги. И те, и также лидеры общества, они любят приводить такой пример вот этой шлоки с читанием Чайтамриты, что не нужно беспокоить умом, речью и телом других живых существ. И вот, прикрываясь этой шлокой, они ведут людей по неправильному пути, но суть в том, что но мы не должны прекращать говорить об абсолютной истине. А некоторые люди прикрываются этой шлокой и ничего не говорят. И в этом как раз опасность кроется, поскольку эта шлока не значит, что нужно скрывать абсолютную истину и находиться в состоянии полном анархии. Мы должны помнить это, то, что я говорил раньше. Шрила Прабхупад говорит, что Садгуру никогда не дает посвящение
и не оставляет анах. То есть садхгуру, когда дает посвящение, это также значит, что анархи, все недостатки, они должны уйти из нашего сердца. Но обманывать людей — это тоже дживахимса. Это она более опасна, чем просто какое-то физическое насилие. Дживахимса значит, что как-то вести себя неправильно по отношению к живым существам и также не позволять им узнать об абсолютной истине, чтобы они достигли уровня абсолютного сознания. Но садхгуру, кто такой садхгуру? Садхгуру это не нечто, не какая-то дешевая мусорная татва, нет. И вот мы не должны прикрываться этой шлокой и прекращать говорить об абсолютной истине. Это моя просьба всем вам. И вот вчера Махарадж говорил много вещей, но сейчас я могу привести несколько примеров. Можно вспомнить о сердце Вайшнавов, когда Ядавачарья, он хотел убить Рамануджачарью. Вы можете вспомнить этот случай. Я говорил об Рамануджачарье, и вот Рамануджачарья, он был прекрасным ачарьей, но Ядавачарья хотел убить его без какой-либо причины, просто из-за того, что завидовал ему. Он хотел убить его. Но я хочу напомнить, что этот Ядавачарья, когда он пришел к Рамануджачарье, то тогда Рамануджачарья, он был готов принять его как своего ученика. По совету матери Ядавачарьи, мать Ядавачарьи сказала, что ты должен пойти принять прибежище у лотосных стоп Рамануджа, иначе твоя жизнь будет в опасности. И вот он пришел к Рамануджачарье, попросил прощения и получил дикшу, и после этого он вел свою жизнь прекрасным образом. И таким образом мы можем найти то, что если есть какое-то оскорбление, но если это оскорбление не ушло из нашей жизни, то тогда мы не получим никакого конкретного результата в нашем баджане. И вот суть в том, что обусловленные души, мы находимся в этом несовершенном материальном мире. Этот мир, это не Вайкунтха, есть мир Вайкунтхи. И Кунтхамой Джагат, этот материальный мир полон неуверенности, сомнений, гнева и зависти. Но тут мир Вайкунтхи, он нету ничего похожего там. И вот этот мир Вайкунтхи мы не можем ожидать. Вайкунтха — это тот мир, где такого, таких скверных вещей не может быть. Это зовется миром Вайкунтхи. Вайкунтха значит, что мы не позволим, там никакой скверной не может быть, и мы должны очистить всю нашу скверну. И та шлока, с которой я начал,
Она очень важна, мы должны помнить ее. И вот мы молимся лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху таким образом. В И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что вот это Чайтадвара Панамарджанам, что этот, но в другой вышло, это Прашик Шастаку Махарадж говорит, а в другой шлоке он говорит, что этот мир полон блаженства. Это уровень Парамахамса. И вот это в этой слоке описывается последний уровень Парамахамса, который видит все позитивно. Он не видит никакого негатива, видит везде нектар. Это зовется Вайкунтха Даршанам. Но материальный даршан значит то, что мы можем иметь настроение отомстить всем, но это не настроение гуру вайшнавов. Они не могут говорить так. Я могу напомнить вам, 3 дня назад я говорил об одной шлоке, и там я говорил о шлоке из 3-й песни Бхагаватам, и в этой шлоке говорится, что гуру вайшнава, они помещают лотосные стопы Господа в свое сердце. Если мы будем изучать Веды, Веданту и прочие писания, и мы должны следовать тем ачарьям, которые следуют Шримад Бхагаватам. Это настоящее учение Шримана Махапрабху. Те, кто следует Шримад Бхагаватам полностью, то мы должны следовать им, поскольку это наставление Шримана Махапрабху. Шримад Бхагаватам прамана мамалам према пунартха махано Sri Chaitanya Mahaprabhu matam idam tatradharana prama. We are not going to honor anything. Any wrong siddhanta. We are going to follow the Vishuddha Pramana. Мы должны следовать Вишутта Праману, чистейшему Праману. Это есть Шримад Бхагаватам. Если мы будем следовать Шримад Бхагаватам полностью, это значит, что мы следуем Бхагават Парампаре. Я имею в виду Шраута Парампаре, и в этом случае Махапрабху будет доволен нами. Иначе мы не можем надеяться, что Махапрабху будет доволен нами. You have the capacity to show jugglery in front of the whole world, what it concerns us. But we are going to follow some siddhanta through which we can understand. Мы должны следовать той сиданте, благодаря которой мы можем понять, кто такой садгуру, а кто нет, поскольку это основа. Иначе никогда мы не сможем понять сиданту и учение Шримана Махапрабху. И вот смотрите. Вот Праманам Амалам, значит, Махапрабху, он признает, что этот пример из Бхагаватам. И что это значит? Это значит, почему вы
теряете время, изучаете веды, веданту и прочие писания, поскольку вы не получили милость садгу и вайшнава. И поскольку гораздо проще служить чистым гуру и вайшнавам, и тогда у вас будет больше возможностей. Можно привести прямой пример. Не один пример, а много примеров я могу привести. Вот, например, какие-то люди были необразованные, но они были полностью преданы лотосным стопам. Садгуру у нас 100%. Я несколько примеров приведу, и там я могу показать, что как это возможно. Бихари. Он был слугой Джаганнатха с Бабаджи Махараджа. Он в Раджавасе был также и служил Джаганнатху с Бабаджи Махараджа. И Бабаджи Махараджа был доволен им. И однажды он сказал: «О, Бихари, я хочу слушать Бхагаватам, бери, читай». А Бихари сказал: «Я же не образованный, читать не умею. Как я могу читать?» А Махарадж сказал, что «бери, читай, не твое дело». И вот садись и читай. Он говорит: «Читать не умею, как его читать?» А Махарадж сказал: «Нет, вот садись и читай». И вот он открыл Бхагаватам и начал читать Бхагаватам. Не все могут поверить в это. Это тяжело поверить в это, поскольку логически это нелогично. И другой пример. И был какой-то тоже необразованный человек, один из моих братьев Боги. От меня вы не услышите, что я кого-то называю братом Боги, но вот про Парват Госвами Махараджа я могу сказать, что он мой брат Боги, хотя он ученик Шилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. И вот он раньше работал швейцаром, но потом как-то встретил Шилу Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа, предался ему, пришел он и пришел, так он оставил свою работу и пришел к Шили Мадхава Госвами Махараджа, он где-то с Непала происходил. И вот так всю жизнь он служил ему, Гурудев знал, что он полностью предан ему. И вот когда ему давали саньясу, Гурудев хотел ему дать саньясу, то все другие его братья-боги подходили, говорили Гурудеву, что он не образован, зачем саньясу ему, не надо ему саньясу давать. И вот все ходили, советовали Мадхава Госвами Махараджа, чтобы он не давал саньясу ему. Мадхав Махарадж, он ничего не отвечал и однажды сказал, что если я не дам саньясу Динабандху, тогда Верховный Господь не простит меня. И вот все были ошарашены, слышав такие слова. И вот все были удивлены, но что делать? И он получил саньясу. И он проповедовал лучше всех, он был один из лучших проповедников в Бомбее, в Бангалоре проповедовал, и даже сейчас там помнят его имя Парват Бабы. И во Враджадаме все знают его, в Мадхва и в прочих местах все знают Парват Бабу, не только это. Когда он проповедовал, более точно, если сказать, не когда он проповедовал, он всегда проповедовал. У него был Гирирадж, он с Гирираджем путешествовал и проповедовал. И спрашивал у него, у Гирираджа, что нужно делать, что не нужно. И только 4 месяца, 4 месяца он жил у Говардхана в своем ашраме.
он там напротив Гавардхана. И вот этот Парват Баба, куда бы он ни ехал, вот он 8 месяцев он проповедовал, и только 4 месяца он жил на Гавардхане. И вот куда-то он, если проповедовал, он никто не знал, что он не образован. Он открывал Бхагаватам, клал перед собой и говорил Татва Сиддханту. Это было чудесно. Наш Кешав Госа Махарадж говорил, это другая тема. Арани Махарадж, один из учеников Шрилы Прабхупады, Кешав Госа Махарадж сказал, сам Кешав Госа Махарадж говорил, если бы мы куда-то ездили на проповедь с ним, и когда он говорил Харикатху перед профессорами и докторами наук, то если профессора думали, что наверняка у него какая-то ученая степень по философии, но этот Арани Махарадж, он был необразован. И вот Шрила Бхактипрагьян Кешава Госа Махарадж говорил, смотрите, в чем сила Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Кешава Госа Махарадж говорит, что даже если я глупец, и если Шрила Прабхупада через меня хочет явить какую-то силу, то это возможно. По его милости, вот Парват Госвами Махараджи, он брат Бога Шрилы Бхакти Валабхи Тирта Госвами Махараджи и Шрилы Бхакти Вигьяна Бхарати Махараджи и мой брат Боги также. И вот сидя на Вьясасане, он говорил Харикатху, хотя не мог ни читать, ни писать, но это великолепие Гуру Шакти. Я знаю, что вы не поверите, но вы должны поверить. Гуру Шакти, она очень могущественна. И вот сейчас я хочу вернуться к той шлоке, которую я объяснял 4 дня назад. You are going to put trouble to learn this, okay? But if you are going to enjoy full kripa, и вот если вы получите милость гуру и вайшнавов, я завтра буду говорить об этом также, то будьте уверены, все внутреннее значение шастры, оно явится в вашем сердце. Как многие хотели оскорбить Шрилу Прабхупаду, спрашивали, где его Гурудев живет, и хотели доказать им, что его Гурудев бесполезен. Но Шрила Прабхупада отвечал, что постоянный адрес моего Гурудева — это лотосные стопы Шримати Радхарани, но сейчас он являет лилу на кули, в кули, и спрашивали, какая это профессия вашего Гурудева, какова? Шрила Прабхупада отвечал, что с материальной точки зрения профессии у него никакой нет, но во всей Вселенной нет ни одной проблемы, которую он бы мог, точнее, но он может решить безупречно любую проблему, которая может возникнуть в этом материальном мире, не просто решить, а безупречно решить. Это был ответ Шрилы Прабхупады таким людям. И вот Шрила Прабхупада так отвечал тем глупцам, которые хотели оскорбить его и его Гурудева. But you will have to concentrate on seva. И вот мы должны думать о севе, мы должны совершать севу. Если мы будем служить чистым Гуру Вайшнавам, то тогда будьте уверены, все внутреннее значение всех шастр, оно проявится в вашем сердце. И до тех пор, пока мы не почувствуем это в своей жизни, мы не поверим. И вот как
Какие-то философы могут говорить, что не все могут понять, насколько больно змея кусается. Можете ли вы понять это, насколько болезненен укус змеи? Можно теоретически, конечно, подумать об этом, что да, больно. Можно пожалеть кого-то, кого змея укусила, но почувствовать не каждый может. И также я хочу сказать, вы не можете почувствовать сердце Гуру и Вайшнавов, их и также сердца тех, кто слышит, как кто-то оскорбляет Гуру Вайшнавов. Итак, чистый Гуру Вайшнавы, значит, они трансцендентны и находятся на том высоком уровне, и нельзя... И далеко не каждый может почувствовать то, что чувствуют они. И вот смотрите, самый простой путь – служить чистым Гуру и Вайшнавам. И тогда, если вы служите им, то вы обнаружите, что все внутреннее значение, весь смысл шастр, он явится в вашем сердце. Как Шрила Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, он однажды объяснил Шриле Прабхупаде стих из Бхагаватам. Вот Шрила Прабхупад вспоминал, что однажды мой Гурудев попросил меня произнести какую-то шлоку из Бхагаватам. И вот Шрила Прабхупад произнес одну шлоку из Бхагаватам. И Гуру Кешавадас сказал: «О, мой Господь, можешь ли ты объяснить ее мне?» «Да, почему нет?» И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта, он объяснил эту шлоку, и Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж сказал, что она прекрасна, это объяснение, и сказал: «Если вот так сказать, это как ты смотришь на это?» И Гуру Кешавадас начал объяснять это значение шлоки гораздо более глубоко, и Шрила Прабхупад был восхищен. И сказала, кто говорит, что Бабаджи Махарадж не образованный, не знает никаких шастр. Он объяснил так, что все видно, что он необычайно учен и сведущий. Шрила Прабхупад сказал: тот, кто запер Кришну в своем сердце, если какой-то недостаток шастр и прочего. И это, и как Махарадж из Упанишад эту шлоку приводил. Мы должны искать ту абсолютную истину. Мы все находимся в поиске абсолютной истины. И майя в процессе может нас как-то беспокоить, чтобы мы не смогли достичь этой цели, но мы должны... Но мы должны быть полны решимости, что мы либо достигнем этой абсолютной истины, либо помрем в процессе. Но далеко не у всех может быть такая непоколебимая решимость. Большинство из наших гуру-варги уже ушли из этого мира. И смотрите, в этой шлоке из Бхагаватам нам дается совет совершать садусангу. Это главный смысл этой шлоки. В итоге нам дается совет совершать садусангу. Почему? Поскольку садусанга значит всегда харикатха. Садусанга значит всегда харикатха. И поэтому Капилджи Махарадж перед своей матерью сказал: и такова процедура. И вот всегда в всех шастрах можно найти совет, что нужно совершать садусангу. Везде можно найти совет, что нужно совершать садусангу. И вот в этой шлоке также
И мы можем увидеть чудо, что даже Майавади, вот Вайшнавдас, он был раньше Майавади, в Джавадарме описывается его случай, этот Вайшнавдас, он был раньше Майавади, но благодаря общению с Вайшнавами случилось чудо в его жизни, он стал одним из лучших Вайшнавов. И таким образом, смотрите, садусанга. Благодаря садусанге мы можем достичь всех совершенств. И вот вопрос. Часто задают, кто такой настоящий саду, а кто им не является. Кто такой саду и что такое садусанга? Даже Майавади Шанкара, Ачарья Шанкарачарья, он говорит об этом. Единственный путь Шанкарачарья, он Майавади, он говорит, что единственный путь это... Саджана Сангати Рейха. Бхавати Бхаварна Бхаттарани Нука. To cross the natural ocean, you will have to take Саджана. Go to pure Sadhguru Vaishnava. Чтобы пересечь этот материальный океан страданий, рождений и смерти, нужно принять прибежище у саду. Смотрите, даже Шанкарачарья говорит об этом. В этом материальном мире единственный путь, открытый перед вами, обрести общение с чистыми саду, поскольку это будет подобно лодке, которая поможет вам пересечь этот материальный мир, но если вы останавливаете кого-то от препятствуете общению с саду, что это такое? И почему мы не можем приблизиться к чистому саду? Какова причина? Есть два причины. Первая причина – то, что если мы хотим, можем доказать, что они не саду, тогда можешь доказать, что они не саду. Или другая причина – если мы признаем, что они саду, и они могут представить нас в истинном свете и показать все наши недостатки. То есть почему кто-то может препятствовать нам, нашей саду-санге. То есть либо два варианта, либо мы знаем, что те саду не саду на самом деле, либо мы не совершенны. А если кто-то стремится к саду-санге и пытается ее обрести, то зачем препятствовать этому садусанга, она должна случиться. Майавади Ачарья Шанкарачарья, даже он говорит об этом. А если кто-то препятствует этому, то это очень опасно для нас. И вот в Бхагаватам, Шри Чайтанья Чайтамрите и в других местах мы везде находим эти слова, что мы должны совершать садусангу. Prabhupada, Prabhupada, we can go there. Don't go there. Why Prabhupada speaking that? Because we cannot get satsanga there. One condition Prabhupada putting in front of us. И вот Шрила Прабхупад, он поставил перед нами одно условие. Что если мы не будем получать плохое общение и не будем совершать нама-аппарат и слушать этих нама-аппарат, и если нама-аппарат мы повторяем, то это пойдет. Это еще не повторяем, а если мы слушаем какую-то харикатху, которая на нама-бас похожа, то есть мы не должны слушать то,
где происходит намапарадха, и как опознать это. И смотрите, если вы получили милость Гуру-варги, то вы можете пойти и обнаружить все, что написано Прабхупадой Шрилой Бхактивинода Тхакуром, нашей Гуру-варгой. И вот если вы изучите, то увидите, что если что-то отличается от этого, то будете видеть, что это апасиданта для Сидда Махатмы. То, что он говорит, неправильный сидданту, это невозможно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил еще 160 лет назад. Любой саду из любых четырех сампрадай садгуру. Я о расататве не говорю, а просто обычные. Любые совет, который дан каким-то саду. Настоящий садгуру, если он, например, какой-то садгуру живет где-то на Северном полюсе, и если другой садгуру говорит, который находится на Южном полюсе Земли, то есть, смотрите, их представление может быть отличаться, но смысл един. И это невозможно, чтобы садгуру говорил. Конечно, расататва может отличаться, но обычно. Нельзя найти никакого отличия в смысле. Все садгуру не говорят о одном и том же, может, их представление отличается, но суть и смысл едины. И каковы же признаки садгуру и садшиши настоящего ученика, тот, кто всегда находится в полном соответствии со своим гурудевом относительно сидданты, поведения, характера, этикета и всего прочего. Полностью даже не отклоняется от своего Гурудева ни на миллиметр. И вчера я говорил уже, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падме в итоге может сбросить нас с пути Баджана. И тогда, когда мы отключились от лотосных стоп Гурупад Падме, если мы возгордились, то тогда проблемы возникнут, и различные неудовлетворенности, различные плохие вещи придут и осквернят наши сердца. Я знаю, та причина борьбы всякой — это невежество. И вот я говорю, причина невежества. Борьбы всякое — это невежество, это известный факт, но можете ли вы доказать, что невежества нет в вашем сердце? Вы должны доказать это. Я могу сказать. То есть кто-то может говорить какую-то ложную философию, которую я не говорил. Гурудев никогда Вишванат Чакравати Пад, Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад, Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура. Кто-то может говорить о такой неправильной сидданте и что это значит. И таким образом мы должны быть очень искренни. В Гите я могу там предупреждение Бхагаван Шри Кришна. Дает нам это предупреждение, что вы по-настоящему искренне, то тогда вы обретете божественную помощь. Божественная помощь, она придет. Наша Гуру-варга, они все ушли. Они любят меня. Я не знаю, по какой причине. Даже последние. Тривика Махарадж. Он благословил меня. Я знаю, что у тебя ничего нет, но то, что ты желаешь, все станет явью, все будет успешно. Я сидя на Ясасане, говорю об этом.
Он так говорил на дагском наречии Бенгали, о Бабаджи Махарадж. Что все станет явью. Он сказал так, он хотел сказать, что Божественная помощь придет к тебе на помощь. Если нет никакого лицемерия в нашем сердце, то кто остановит нас? Нет никакой силы в этом мире. И вот Кришна в Гите говорит такие слова. Вы изучали Гиту, не все могли. И вот такая шлока там. Господь помогает тем, кто сами себе помогают. И вот англичане даже откуда знают такую пословицу. Удивительно, говорят то же самое. И Кришна говорит об этом. Если вы искренне, чтобы достичь на подлинного блага, то будьте уверены, Садгуру придет и поможет вам. И вот Верховный Господь Баладев, они всегда с нами, чтобы помочь нам. И вот смотрите, в различных шастрах мы находим советы совершать сатсангу, и мы не должны прекращать сатсангу. Кто такой саду, кто такой не саду, мы должны понять, поскольку это не поле боя, чтобы спорить друг с другом, как Ядувамса, которая в итоге была уничтожена. Они побивали друг друга, и одно слово мы находим в английской философии, пословице точнее, что charity begins at home. То есть блага то есть если мы хотим сделать что-то хорошее, мы сначала с себя должны начать, со своего дома, а не куда-то там идти. И вот если мы сможем изменить умонастроение майявади, мы должны вложить бхакти в его сердце. Если мы сможем изменить умонастроение майявади или каких-то кармакандис Южной Индии, то это будет настоящая проповедь. А перед глупыми людьми можно говорить много. А перед образованными людьми уже гораздо сложнее. И вот сейчас суть в том, кто настоящий ученик, а кто гуру, садгуру. И вот Махарадж говорил раньше, можно в записи послушать, кто такой ученик, настоящий ученик, кто, чье сердце находится в полном соответствии, в полной гармонии с сердцем Гурудева и не на миллиметр не отличается. И будьте уверены, что это садшиши, в чем сердце явились качества Гурудева. И он же становится садгуру. Тот, кто по-настоящему следует садгуру, он сам становится садгуру. Если вы полностью не следуете садгуру, то никогда не станете садгуру. Это единственный способ стать садгуру. Это полностью следовать всему учению садгуру, всем сердцем. И таким образом, когда мы видим, что ученик, сердце ученика, оно находится в полном соответствии, в полной гармонии с сердцем его Гурудева, то можно сказать, что он садшишья. Не может быть такого, что ученика
Сиддханта ученика, то есть его учение полностью отлично от учения его Гурудева. Такого невозможно, никогда не бывает так. Шрила Прабхупад говорит, что Сиддханта, она автоматически явится в вашем сердце, если вы будете полностью следовать Гурварге, и все проблемы, они решатся в вашей жизни. И вот сейчас, с завтрашнего дня Махарадж попытается сказать об Сиддханте, об учении Шрилы Прабхупады. Перед своими учениками Шрила Прабхупад говорил, и вот что вы должны быть смиренны, и вы должны помнить, что мы инструменты. Шрила Прабхупад, мы, то есть инструменты в его руках. Много раз из Чайтанья Чаритамриты я говорил, вот, пример с Рай Раманандой. И вот мы там видим, что на основе лекций данных Шрилы Прабхупады на берегу Годавари. И вот этот составлен Рай Рамананда Самвад. Это на английский впоследствии будет переведено и в Чайтанья Чаритамрите мы находим, что говорится, что выглядит, что Рай Рамананда говорит, но нет, это сам Чайтанья Махапрабху. Пребывая в его сердце, он говорит Сиддханту и сам же слушает. Рай Махасуй, он это сам признал. Он сказал: «О Господь, ты вдохновляешь меня, и ты говоришь внутри меня и слушаешь меня». И Шрила Бхактивинода Тхакур, он в киртанах говорит, что это умонастроение настоящего саду Ачарьи. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом, мы должны следовать этому. О Господь, ты слушаешь свою собственную славу из моих уст. Ты можешь слушать это и наслаждаться этим. Это твоя способность. И вот Рай Махашай говорит то, что Бхактивинода Тхакур представил в киртанах. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит очень прекрасно, что «О Господь, ты слушаешь свою собственную славу, и ты даруешь мне нектар, я пью этот нектар и теряю свое материальное создание. Это значит, что я развиваю полное духовное сознание, если мы теряем такое материальное сознание». И вот ты воспеваешь свою славу и слушаешь ее же. И вот Рая Рамананда говорит, что я подобен инструменту в твоих руках. Ты играешь на нем и слушаешь, и это настоящее умонастроение настоящего проповедника. Аналитически буду говорить об этом. Шрила Прабхупад, он плача, говорит нам, если вы потеряете смирение, смирение не значит, что мы прекратим говорить об абсолютной истине. Смирение не значит, что мы будем обманывать других людей и заработаем имя такого мягкосердечного ачарьи. Нет. И там, смотрите, Шрила Прабхупад говорит, мы все инструменты того Верховного Господа. То, как Он хочет использовать нас в своих лилах, мы должны
принять это. Мы не должны гордиться чем-то. Много раз я говорил, что те, кто настоящие гауди, я горд говорить о том, что я из Гаудия-матха. Я горд быть участником Гаудия-матха, что я нахожусь в наставнической преемственности Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Я хочу представить философию Шрилы Прабхупады. Я хочу воспеть эту философию тысячами уст и слышать это тысячами ушей. И это решимость в моей жизни такова. Я горд быть участником Гаудия-матха, такого сокровенного сокровища во всей Вселенной. Невозможно найти, если вы покажете, что есть что-то подобное Гаудия-матху, то я готов оставить свою одежду. И это великое сокровище ждет нас, но мы очень глупы и стремимся к каким-то мелочам. Жизнь саду, саду он всегда такой международный, саду настоящий, нельзя сказать, что этот саду отсюда, тот оттуда, это глупо, это просто политики так говорят, саду настоящий, саду он всегда международен, он служит всему, всему миру, как ученый, доктор или какой-то великий ученый, они действуют на благо всего мира, и нельзя их запирать в какой-то определенной стране. Они служат всему миру, и поэтому можно видеть вот в этих стихах. Махараджи говорил раньше об этом. Как эти реки, они не пьют собственной воды, и деревья не едят собственных плодов. Почему вы гневаетесь на меня? Вы не садуразы. Может, я совершил какую-то ошибку. Это ваша обязанность простить меня. В тот день я говорил, что красота кукушки в ее голосе, красота женщины в ее верности и целомудрии, красота... И вот, и вот качество Вайшнава в чем? То, что он может простить нас тысячу раз. It's totally wrong. It's not good. Jalani tasam na pivanti nadya phalani tasam na pivam na khadanti viksha nadanti sasyani megha kadachi parupkaraya satam vibhuti satam vibhuti. Сатам Вибхути, те, кто ученые, они все, то есть, точнее, вайшнавы, они все делают для Верховного Господа. Они не... Те настоящие гауди, все настоящие гауди саду ачари, они всегда думают, что все исходит из этого высшего источника, из лотосных стоп Баларамы. Баларама, значит, все исходит из Баларама. Кто может остановить нас? Пускай они попытаются остановить нас, они Баларам буквально сожгет их. Баларам самый могущественный, он более силен, чем Кришна. Он может остановить кого угодно. Баларам даже Кришну может остановить. Настолько он могущественен. И милость Баларама, она с нами, это Гуру Крипа. Баларам, значит, Анантадев. И в тот момент, когда мы
потеряли связь с лотосным, с Анантадевом, с лотосными стопами Садгуру, различные неудовлетворенности и прочее. Она покроет наше сердце и наши духовные силы Читбол. Такая сила сознания, она уменьшится. Если мы посмотрим на какого-то настоящего саду, то мы будем удивлены его силой, его могуществом. Откуда это? Это все от Господа исходит. Он не боится никого и ничего в этом материальном мире. Если кто-то будет как-то выступать против таких настоящих саду, то Баларам, он накажет их. Это обет, обещание Баларама. И Шрила Прабхупад, он также говорит об этом. И вот Баларам говорит, те животные, те, кто ведут себя как животные, для них есть палка, чтобы их наказать. И вот Баладев говорит о Дурьотхане, что он не, что его нужно отлупить палкой, поскольку он не слушает. И Шрила Прабхупад также провозгласил, те, кто посвятил себя абсолютной истине, они могут говорить открыто, и не нужно никого бояться, поскольку если кто-то будет пытаться напасть как-то на нас, то это абсолютно истина, которой мы посвятили свою жизнь, она явится и защитит нас. И завтра буду говорить то, о чем хотел сказать Шрила Прабхупад. Мы не можем говорить об этой абсолютной истине, пока мы не предались ей. И таким образом постепенно мы должны понять, как те реки не пьют своей воды. Они дают эту воду для других, для всех остальных. И плодовые деревья или вообще какие-то деревья, они приносят плоды для нас, для других, для того, чтобы мы взяли и предложили их Кришне, а сами не своих плодов не едят, и травы. И или облака и тучи в небесах, они не гордятся тем, что поливают деревья и прочие растения, не требуют им в оплату часть урожая. И это один из главных признаков саду, как понять, кто такой саду. Если вы видите, что саду живет для других, для Верховного Господа, и другой пример, наша Гурварга приводила, как свеча, она светит всем, но постепенно она сама сжигается и сгорает. Вот эти восковые свечки, мы уже видим, что они светят ради других. И если мы человек, даже не животное, то мы должны плакать, видя жизнь Шрилы Прабхупады. Если мы по-настоящему человек, а не животное, мы будем плакать, видя жизнь Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад всю свою жизнь посвятил ради нас, а мы подобны предателям. Если какие-то предатели хотят идти каким-то другим путем, отличным от Гауди Матха, если мы видим фотографию Шрилы Прабхупады в возрасте 62 лет, то мы видим, что он всю свою жизнь посвятил другим, он не отдыхал ни единого дня. Если мы хотим избавиться от этой парампары, то это буквально отрезание своей собственной головы. Это подобно самоубийству. Сотни самоубийств даже, и никто не сможет защитить вас. И вот с завтрашнего дня я буду говорить о том, что говорил Шрила Прабхупад, то, что хотел сказать Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати и его Сиддханте,
это учение Шри Чайтанья Махапрабху, это настоящее учение в первозданном виде. И вот с завтрашнего дня я буду говорить об этой сокровенной татве. Вы должны подготовиться, чтобы встретиться с этой абсолютной истиной. И мы должны иметь какую-то способность, чтобы встретиться с абсолютной истиной, если наше сердце несовершенно, какие-то анархи есть, какие-то недостатки, это помешает нам. Also, that sloka I started with, I can explain tomorrow. Today no time. One question. И вот вопрос. Different kind of question coming in internet. Вопросы. From different country. Yesterday one question coming from America. Вот вопрос с Америки был, не знаю, чей ученик вопрошающий, но сказал, что слушаю Харикатху Бабаджи Махараджа уже долго. Благословляет тех, кто помогает распространять и записывать эту Харикатху и давать возможность слушать другим. И вот вопрос, что мы слушали с Харикатхи Бабаджи Махараджа и других махаджан, что когда дживатма пытается возвыситься своими собственными попытками, то в итоге падает. Вот согласно этой шлоке. И почему он падает? Поскольку не придает значения вечному существованию лотосных стоп Верховного Господа. Они избегают служить вечным стопам Верховного Господа. И вот он соглашается с этим. И вот какой-то ачарья говорит, что какая-то дживатма, она сливается с безличным брахманом, с брахма-саюджа, то есть два вида саюджи. Брахма-саюджа с безличным брахманом, слияние и с лотосными стопами Верховного Господа, как Шишупал. Смотрите, второе более опасно. Ну, так или иначе, это впоследствии я расскажу об этом. И вот я хочу ответить на этот вопрос. И вот он спрашивает. Вот он где-то нашел, что из Брахма-джьоти дживатма на Галоку и Вайкунтху может попасть. Вот вопрос, может ли или не может. Еще он слышал о том, что джива, находясь в обусловленном состоянии, и какие-то ачарьи пишут так, что я был очень стыдно, мне за него было, за этого ачарью. I discussed this point. I gone through some writings of some Maharaj from South India. He is from foreign country. Okay, this kind of, he is giving some example of Vrindavan also. I don't like to name. Only duty, my duty is to. И вот моя обязанность решить это. Now he is asking, is it possible that вопрос. И вот какой-то ачарья сказал, что дживатма из Брахма-джьоти может возвыситься выше. Я сказал, за всю свою жизнь я никогда не слышал, не видел никогда такого, если какой-то ачарья может что-то сказать. Это, конечно, его дело. Не хочу о них ничего говорить, но есть такая сиддханта. Вначале я могу спросить вас, что значит слияние с безличным брахманом. И как уже ответ, можно просто сказать, что если кто-то сливается с безличным брахманом, попадает в такую пассивную, бездеятельное состояние. Никакого активности там нету, но нельзя сказать, что это дживатма. Как майявади говорят, что дживатма может стать брахмой. Это не так. Я пример могу привести, что перед вами
There in front of me, I find a dense forest. Можно найти это. Green and green. Follow. What I mean to say, лес. In front of me, I find a dense forest. И вот если мы оказались в зеленом лесу, везде зеленом, и однажды зеленая птица села на какую-то ветку на каком-то зеленом дереве, как это, зеленую птицу найти? Уже не найти, но это опять же не значит, что эта птичка стала зеленым лесом. У птицы свое вечное существование, но в таком в теле птицы. Я и также могу привести пример Гесавни. Дадите возможность говорить о Майаваде, вы будете смеяться над их сиддхантой. И вот по вашей милости, я, когда-то, если будет время, я расскажу о сиддханте Майаваде, которая просто смешна. И вот суть в том, что какой-то ачарья говорит, что это дживатма может возвыситься и достичь Вайкунтхи. Не все, конечно, но вопрос возникает. Слиться с безличным брахманом значит достичь бездеятельного состояния пассивного полностью. И даже дети знают, что все люди страдают или наслаждаются последствиями своей кармы, своих действий в прошлом. И если вы что-то сделали, вы должны страдать, ваш отец или мать, или муж, или еще кто-то, они не заберут вашу карму на себя, вы сами должны страдать за свои собственные действия. И вот вопрос возникает, если дживатма пытается слиться с безличным брахманом, то это зовется пассивной такой ситуации. И такая пассивная ситуация значит никаких активных действий нет. И вот математически, если посмотреть, это пассивная ситуация значит никакой активности там нет. А если нет никакой активности, как этот результат возникнет, который может помочь возвыситься или опуститься этой дживе? И вот этот человек очень разумен, который спросил вопрос, и как возможно, какая же сила эту душу Гопалоки может возвысить. Я сказал, что никогда не слышал, что есть какая-то душа. Я слышал, что душа когда-то может пасть оттуда и потом благодаря сатсанге возвыситься, но чтобы прямо оттуда возвыситься, такого я не слышал. И вот это четкий ответ, который хочу сказать, никак. Если мы находимся в парампаре, мы должны следовать шраута-пантхе. Шраута-пантха значит, что мы не можем менять никакую сиддханту. Шраута-пантха значит, мы находимся в наставнической преемственности и должны говорить все в соответствии с учением нашей Гурварги. Вопрос. В духовной жизни мы хотим что-то сделать хорошее, но что так случается, что материальные желания появляются у нас. И ответ в том, что да, когда мы начинаем баджан, я начал баджан с каким-то смирением, поскольку, смотрите, может быть, наша материальная ситуация была очень плоха, болезненна, мы чувствовали какую-то боль, как же избавиться от этого, и поэтому в то время у нас была потребность в освобождении, настоящая потребность, но потом внезапно у нас появилась какая-то возможность
И вот поэтому Гуру Вайшнавы пролили на нас свои милости, мы обрели эту милость, и потом, если мы возомним, что это благодаря нам исключительно, а не милости Гуру Вайшнавы, то если мы возомним о себе так, то это станет причиной этого. И вот если Баларам спас нас с какой-то очень опасной ситуации, и потом иногда случается так, что такие спасенные люди начинают мнить о себе, что это только они спаслись, а не благодаря Балараму, и поэтому так случается, и поэтому Вридаван Дастаку Махашай говорит, что и даже если Шанка, если этот Сулапани Шанкар, если он совершит оскорбление Вайшнава, то он вынужден будет страдать, иначе нет никакого пути. Это единственный вариант. Если мы не будем совершать никаких оскорблений, наш ум он не может использоваться. И вот в Бхагавад-гите говорится, infatuation, total loss of memory, all can occur in your life and it can make you totally isolated from the lotus feet of the Buddha. Вот это может нас отсоединить от потери, это может избавить нас от связи с Гурудевом, и это будет причиной падения. Вопрос, мы должны в вопросе, если говорится, что кто-то совершает Кришна Бхаджан, то его обязанности по отношению к родителям, обществу, полубогам и прочим, они, их не нужно исполнять, но опять же это говорится в идеале, то есть если вы по-настоящему совершаете настоящий Кришна Бхаджан, то тогда эти все обязанности, они сами собой исполняются. Еще нужно уметь все связать с Кришна Бхаджаном, и тогда, если вы это можете все связать с Кришна Бхаджаном, то тогда это хорошо, но так или иначе все равно совершать Кришна Бхаджан. Хорошо, мы должны изучать, как достичь совершенства. Я говорю об очень сокровенных вещах. Не все могут это принять. Если вы не сможете это осознать и принять, то вы можете спорить со мной.